Проблема талых вод с внутренней стороны дампы, конечно же, решалась и уже решена положительно. Насосные станции закуплены, насосные станции переносные, но очень мощные. Поэтому, если будет возникать проблема, предприятия, на балансе которых находятся данные устройства, в оперативном порядке будут их привозить и перебрасывать воду с той стороны дамбы в реку Бие.